Ой, на 40 боссе или секунд. на зрителе? Да, я потанцую. На боссе. Тоском на бить. Можно, Ой, пожалуйста, как раз меня аж... Кстати, кулак тоже был бы неплох. Какой не кулак? Не стало второго. Могу дать кулак неотнутый. Могу дать кулаком. Вар могу крикнуть. Да, ничего страшного, кричат. Ну, поставил уж каска висит тогда. Сейчас кулак или 6 минут. Все, готово нам. Хватит. Даю отчет. Да хватит там 7 минут. Давай, Лайчдан. Я в тебя верю. Ебать, что это? Поставь центр, нормально. За спину. Выдох. Перебежьте, мы там не входим. А стой ближе к центру, босс. Там пару шагов и все. Если не захиливаешь диспель. Большого. Метки по диспелю, это ничего страшного не было. Просто слизней больше. Не надо. Кардру 259. Блять, как же пиздато, что ваши гильдии, а не ваши ебаных слизней, сука. Чего? Как хорошо, что я у вас не вожу этих ебучих слизней. Просто они меня заебали уже. А смысл водить до... Ну, так, а всегда мы... Просто у меня в той гильдии был охуенный вар, который говорил, что ДК это офигенный офтанк. Дурачок. Ну, блять, да, он еще 4 Т10 собирает, сука. Не важно, что он там собирает, важно, что он не понимает, что ДК агро лучше, чем Пау, и паладин это офтан. Я-то думаю, что у варов нету ДПСа, сука? Изначально из-за своих талантов, потому что он больше саппорт, чем танк. Там саппорт 40%, 60%. А мы войдни навешаем ебаные расколы, блять. Диспель, ладно, не захиливать, диспель. Большой. Не заставляй мне руки тебе давать. Так, еще соточка ИП будет получена, давай, давай. А можно мне соточку ИП за то, что я хорошо танчу? Нельзя. А то потом разъединишься, вообще не будешь танчить. Большого, большого. Не бейте большого. Клива остановите. Чем тут прикольно, тут, блядь, слизень зеленый долго, блядь, собирается. Угу. И он уже, кстати, бить начинает сильно. Большой. Мы сейчас ачивку сделаем, ёпаш. Вряд ли. Сделаем, сделаем. Я, наверное, уже есть. Опа, ничего себе. Флэшдаун, работал еще 200. А, успокойтесь. Всего 300. Тут 300, да. Меня тоже. Нормально. Да не, она погоду не сделает никому. Ну что, Рдру есть, пошли на профа. А что, есть Рдру? Ну, а теперь да. Хиль проф в одного. Весь 44-й, я думаю, захилит. Надо шумануть его. А мы кран крутанули, не? Я пошел кран крутить левый. Кто там остался? Орхидеи, крутани кран. Двое еще бегите суммонить этого. Друг, он в гримаре. Я пропустил, а паладин вот этот, он что сказал, когда левый? Ни хера не сказал, я учаю же. Он просто офнулся и все. В комнату не заходите.
Вы зависли. Там две штучки валяются у меня. Всех дисканул или только меня? Только тебя. Только тебя. Меня как-то так на боссе выкинуло. А это ничего. Это же бывало такое. И как, норм? Убили? Бывало, нет. Бывали. Смотря кого. Да-да. На Халионе 25 героев кинул. Давно, кстати, там не было. О, спасибо. Меня на Сорфе, блять, выкинула, и вот я все вайпну. Блять, заебал лимон. Мы ж так его выкинули. А чё лимон? Он мне кинул нахуй этот, блядь, серую хуйню. О, нихуя себе осколок упал. Не понял это. Ебать, истишку нашла. Я думал, я проебала. Алиса, ты девочка? Почему материшься вообще, я не понимаю. Привычка, сори. Вы разрешили материться, теперь терпите их. Нет, всё. Мы не разрешали. Ну, в смысле, девочкам. Чё, вы, чё за это, блядь, мышланство, нахуй, не понял. Это маска, я понимаю. А скажи, ну, просто, я, может, ну, поговорим на такую тему. Ты вот материшься, ты, у тебя отец там на стройке работает, или бабушка, или кто-то. Вот у меня, допустим, я откуда маты знаю. Вот у меня бабушка 38 лет проработала на стройке, на кране, на крановщине. Я живу с бабушкой, которая каждый день матерится раз в 50. Я не знаю. Бабушка, да? Она где работает, что она так матерится? Она нигде не работает, но она просто постоянно матерится. У меня тоже бабушка такие гринделя выписывала вообще жизнь. Но она у меня умерла в 14 году. Все, что осталось, светлая память. И маты, которые я знаю. Ну, в основном вообще с общепита, с ресторанов, со всяких там тоже много разных матерных выражений. Но все основные, как бы, общепринятые маты, это бабушка. Мы еще маленькие были, короче, с братом. У нас разница год, полтора. Мне 4, ему 3, мы такие где-то бегаем, играем. И бабушка с мамой ругается. И такая говорит: ебитесь вы все ко днём, блять. А мы, короче, бегали. Мне бабушка материлась, блядь, когда я мелкая была, и при моих мелких братьях и сестрах тоже матерится. Ночью, тоже бабушка. Зато приголубит. Давай, заходи. Короче. Не, она со мной обращается так, будто я в тюрьме нахожусь, но, блядь, она меня любит. Короче, бабушка, ну... так говорила, мы потом, ну, с братом не знали, что как бы это, ну, новые слова такие повторяли, и мама такая услышала, ну, типа, наругала там, ремнем ударила, там, ну, поняли, что, короче, ну, есть, да, такие запретные слова, которые бабушка произносит, которые лучше не говорить, короче. Такие приколы были в детстве. Запретные слова. Боже, даже не спрашивай. Посадят нахуй. 15 я, да? Угадал. Ну, кто-то говорил. Я говорил, кто. Не, просто я ничего не хочу сказать. Ты как бы, ну, ругайся, но все равно. Мы-то, как я не знаю, я не могу сказать, конечно, не ругайся, но, блядь. Девочки, о, поздняк, разрешили, уже поздно. Когда я говорил, нельзя ругаться, запретить. Вы, да нет, демократия, сука, Трампа нам подавали. Возьму, а так всегда. Всегда хочется того, чего нельзя. Я просто... Сзади Кристина умирает, нахуй, сосуду, блядь. Где друид-то, он побежал тут? Просто хочется... Ну, вообще, по-моему. Он вообще охнулся, ёпта. Просто хочется, чтобы девочка, она была девочкой, ну... Маты от нее слышать просто, ну, я понимаю. Да не, он в Дискорде. Нету в Дискорде. Есть такая, он, вот... Есть, вон для чего, Олег. По поводу того, что там хочется, не хочется, есть такая красивая фраза. Знакомый любит говорить,
хрен тебе нарыло, Гаврила. Друид, друид, давай к нам. Да он бежит, бежит. Он просто лохнулся, походу, нечаянно, блядь. Нечаянно лохнулся, это как? Да, просто тапком ебанул по компу. Лол. Ну я так просто представляю. Ой, а как так? Мужикам можно материться, а девушкам нет? Это что за хуйня? Что за сексизм, сука? Просто слышать, как бы, ну-ка, пацан. Да все, воет сексист по-любасу. Не, знаешь, ну, я как бы вообще не ругаюсь по своей природе, а когда происходит ситуация, в которой люди обычно ругаются, допустим, вайп, это тупость, вот это все, начинает жопа гореть, начинает вылазить вот это говно, блин. Вот это все ругань, вот это все. Можно держать себя в руках, но... Тогда мне как бы это нервы поберечь. Ты еще все очень норм держишь в руках. То есть маты это не самое страшное. Меня... Да, бегай, слушай, это... Может Юлю позвать, обсудишь это с ней? О, не, Юля, она... У нее характер сформировался и много лет уже... Ты что, 4-10, дрон, заходим внутрь. Она не 15-летняя девочка, что я ей буду рассказывать. Заходим, признан. С ней уже ничего не сделаешь. Она как есть, так она и будет. Я бы пошутил на эту фразу, но ладно, я помолчу. Ебать, у жуков по 60 кхп нахуй. Так это элитные жуки. А их циркули нахуй выгнали, короче. Жуки кочевники, блядь. Это медведка. Жук на сау. Эрдрун, так ты знаешь на профа? Кукол там ходит, все такое. Ну, молодец. Красного бегать, знаешь, надо мель через мелизон, мили рейд. В смысле, смотря какую. Ну, если честно... Тактик на профа очень много. Он воет вам. Короче, РДД стоят ближе к центру, до центра чуть ближе к столу, милики стоят под зеленкой. Я профа кончала как минимум по четырем тактикам. Одни водят через мили зону, другие водят через РДД. Все. Задам один вопрос друиду. Ты с этого циркуля... О, фу, блядь, с этого циркуля начинал играть. С этого циркуля. Блядь. На каком циркуле чалился, блядь? Поставим рыбу, Саня. Есть. Жрём рыбу. А кто такой Саня? Я. Я это кто? Баладан. Палач банан. Рыбешный желудь. Палач банан, да. Все ардедешники стоят в этом, блядь. В тотемах, короче. Милики стоят под зеленым. Миликов до хера, так что все нормально. Суть какая? Да, лимон нахуй в кукле, блядь, как всегда. Блядь, вот эти пельмени, я все время это, блядь, его словлю. Все, пельмени не ловим, Эрдру. Знаешь, что такое пельмень? Его не надо есть, короче. Он фу бэка, нахуй. Он только для ДПСеров. Дигдымыч, все тут, нахуй, готовимся. Пуляем. Чушку кто, алё? Да, Алиса. Мочи его. Бьём у стола. Вешаю, кстати. Мужики, отходим, слушай. Переводишь кровь. Туда, под зелёную колбу. Кейт сместил. Он на шипы сместили. Куда все убежали? Вот две куклы, видите? Вот здесь можно стоять. Ещё назад отведи. Вот там. Зеленый выливает, мильки бьем, там слизнем морд. Зеленого. Так, что-то. Готовимся, зеленый. И ход какой-то вроде. Стопнули пока по боссу, давайте в зеленый. Зеленого убейте все. Бегайте к цели зеленого. После взрыва бегайте все в одну точку. Вот вы отлетели, бегайте все в одну скиллу. То есть ждите таргет. Силу не бегите. Ой, не бегите к этому. Слизню, пока он не выберет таргет. Перевели босса. Да, перевели. Ждем.
Так будут пельмени еще и колбы появляться. Милики, не ловите колбы, это захилые пельмени. Это еще откуда? Сейчас будут колбы. Ой, не колбы, а это, блядь, пельмени готовимся. Пельмени понятим. Последовательность такая. Пельмени. Лужа. Колбы сейчас. Колбы. Готовимся, красный сейчас будет вылазить. РДшники пошли бить красного. Красного нет пока. Уже вылазит. Только, блин, где колба? Сейчас будут, разверни его. Короче, да, он багает. Заменит его красного, убейте его, РД. Лужа далеко. Милики в красного. Пельмешек, осторожно. Когда он поставил колбы, если колбы он не ставит, багает, веди его сразу под кран. Всякая хуйня происходит. Колбы не ставят, слизни дружеские вылазят, блядь. Я в акции все-таки серверы. Это зеленый бот. Отводи колбы. Поставил. Нормально. Отойди зеленого, отойдите. Отошли назад. Отойдите. Отошли назад. Мне, короче, ДБМ, что их не показывал, хз. Всем не показывал. Все зеленого сбежались. Стоим на месте, точку, все сбегают. Точку. Сову сбегайте для ориентира. Вот и все. Сова большая, она заметна. Бежали в сову, дождались старт. Сейчас колбы будет, 5 секунд. Добили слизни. Хильцу, умоляю! Столб. Красного влились. РДД. Вот ты водишь так, что милики хуй сосут. Видишь, не бьют нихуя. И ты сама колбы взорвалась. Видишь ты их или нет? Я просто себя пыталась отхилить. У вас просто уже был мир откинут. Колбу ставишь у стену, возвращаешь. Делай так, чтобы милики босса могли бить. Мы сейчас просто продрочили. Колбы 2 секунды. Ставил. Сейчас зеленый будет. Вот, возвращай отлично. Сюда. Бурс сам, проебал. Сама в колбах не бегает. Отлично, ДПС. Пельмень летит. Пельмень. Кто там может бегать? Мистерин. Блин. Ты не видел, за кухой его? Да я видел, он успевал просто убегать, я дал рывок в слизни. Колбы! Красный появляется. И иди в другую сторону сразу, не стой там в углу, блядь. Тебя лужа, видишь, кидается, ты хуёво делаешь. Не бегай полукругом, через профа пробегай сразу, блядь, Алиса. РДДшники, красный. Надо вот эти реверансы делать. Билики в красном. Косяк еще в том, что видишь, где лужа разливается. Мне приходится дать по всей комнате носиться. Стрела, развернула, отбежала. И я огурцом, короче. Поле бегало, блядь, на фидре огурцом. Пельмени. Выводец. Колбы. И сразу через него пробегай и в зеленого беги. Готовься, на другую сторону. Лужу выпей под зеленым. Алиса, ты слышишь? Перебегай. Быстрее это делай, что ты спишь там под ним? Милики отошли оттуда на. Так отошли всего на кучу. Пельмень. Подрезон. Кто? Блять, пельмень плюс этот. Дар дали. Кто дал, говори, ник. Ансон. Колбы сейчас. Отбегаешь, возвращаясь обратно. Красный появляется, сейчас будет. Красный появляется. Алиса, пиздец. Ты дрочишь там долго. Ну чё материшь? Не, ну... Ты понять не можешь, что ли? Проведи его дальше. Дальше проведи. Красного. Нужно, чтобы милики били, они стояли дрочили. Смотрели, как ты там в колбах с профом стоишь. Понимаешь? Заводишь его в сторону и сразу оборачиваешь его лицом, нахуй. К колбам обратно. Колбы. Выводи отсюда. Сразу обратно. Поворачивайся. Через него пробегай прямо сейчас. Прямо сейчас пробегай. Пробегай через него. Пробегай через него быстрее. Стоишь, спишь.
Зеленого. Иди сюда его, зеленого. Стоим на месте, Милик, не бежим к зеленому. Убьем зеленого. Ждем. Блять на мне. Добивайте. Пельмень. Нихуя не стопаем, бьем. Полбы сразу оборачиваем. Уйдите, Милик. После. А, плюнь сейчас. Если успеешь прям. Сейчас плюнь. О, красава. Дьявол. Плюнул, хорошо. Геру даем, заливаем красного. Смотри, Лимон, на тебе боб, но только когда он побежит. Никто не подбегает сейчас к нему. Слизня все играют сейчас. Цель выберет сейчас. Рост надо было после слизня, да. Ну, хотя ладно. Килач, да. Боб кидай. Боб. А, он не спасает. Отбежали от него. Отбежали. Гим на хп шансу быстрее. Ты добьют доты сейчас. Под... Давай, гим на хп, ага. Да. Так, теперь Эльдрум. Да, раздали. Мосса умер. Все, все в одного захилил. Бервер трошки, да? Или у тебя когда? 4-5. Мус лежит. КД. А 5. Колба сейчас будет, бьем лес. Колба сейчас приготовим. Пельмеш. Отошли. Отводи так, чтобы милики за спины могли бить. Забирали мы. Я забрал их. Слушай, вы... Ой, цепухи. Цепухи, не на пол поднимай. Лимон на захилил. Хил танка, танк. Лимень. Лимень, блядь. Ну, не хватит, скорее всего, у нас. Не, хватит. Могу поврывать так. Там АУЕ по рейду пойдет. Попробуй поворот. Или мы с тобой по очереди будем шевелить там. Забирай нахуй! Не, видишь, его держит. Не, не убьем. Не хватает, это залупа. Ну, с переходкой. С переходкой. Смотри, вот. Надо было стопать такой. Вот пойми одну такую вещь. Вот ты знаешь, когда будет колба на профи. Это охуенно, что ты это знаешь. Ты встаешь в угол туда, отходишь. Слизень красный вылился, он выбирает цель. Сколб этот поставил кров колбы. Ты стоишь спиной к стене. Какого хуя? Как милики будут переводить босса в рейде, где не хватает ебаного ДПС? Как они будут убить? Они что, должны в колбу подбежать? Сейчас это повторялось десяток раз. Вот ты так делала и делала неправильно. Ты поставила профа. Колбы должны появиться через секунду. Ты уже должна спиной стоять к рейду, чтобы как только вот поставит, вести его туда. Миликом, чтобы они начинали его бить. Это твоя задача. Водить этого ебаного просто. Смотри, колба 5 секунд. Ты отводишь его, да? Не спиной. Итак, сразу отвела и прошлась через него, и сразу стала спиной к колбам. Да, приготовилась вести. Нехуй делать в стенке. Фулл ребаф. И в стенке там не надо задрачиваться. Вот бегаешь. Отвела, все, он остановился. Начинаешь бежать вперед к нему. Между ног у него пробегаешь, блядь, разворачиваешься, он ставит колбы и уже бежит за тобой обратно на кран. Страшно. По спине, но ничего страшного не случится. Что, что с Старфолом? Что? Шансунг, ешь рыбу. Смотри, вот сюда ты можешь его водить. Вот сюда. И по этой линии. Сюда. Тут колбы ставишь, когда красный. Тут колбы ставишь, когда зеленый. Поставила, вернулась в зеленого. Сюда вот зеленого вернулась. Зеленый вот здесь вот выливается, вот где звезда. Видишь? Mm-hmm. Не надо туда. Ты пришла туда, понимаешь, туда льется лужа, блядь. Красный вон там выливается за 50 тысяч километров. Лимон идет сюда эту ебаную лужу пить, нахуй. И как он будет там 50 метров всего рейндж? Там 100 тысяч метров, блядь. Он не доплюнет туда, понимаешь, этого слизня. И милик. Короче, на пол. Ну давай, короче, посмотрим. Лучше дан. Секунду. Орхидея. Было бы 6 РДД, было бы вообще до пизды, как ты его водишь. Пуляйте.
Ложит. Готовимся к зеленому. Зеленый появляется. Зеленого все. Стои, милик. Сову, сову. Сместитесь чуть-чуть, что уже. Пиздец. Тут ложим сразу туда. Здесь спалите куклу. А, не о чем здесь спалить, заебись. Будем ложить. Три трупа, четыре. Блин, служит. Почему было... первые трая всегда, сука, легче, чем вторые, блядь, и последующие? Люди устают к этим траям. Если летят у вас лужи, блин, ну отойдите левее или правее. Там должен остаться только один человек, на котором метка слизни, вот и все. Так он же ваншотнет тогда его. Ну так рядом надо. Ты недалеко бегаешь, а просто из лужи. А человек, который там стоит, жмет прожимку. Нет, там смотри, смотри. Там люди выбежали, и они начали сбегаться уже на удар. И уже начали. Видишь, как мы потеряли трех, а могли потерять одного. С другой стороны, да, у нас еще был и Вабер. Так, у меня нету масляса, походу, или есть оно. Тоже видите, неверно. Обстановку оценили. Поэтому нужно играть по ситуации, а не по тактике. Вот и все. Ой, вставай. Дело в том, что лужи, когда пробу бросают, это тоже колбочки такие, скляночки летят в воздухе. И на них тоже надо смотреть, блядь, как бы это удивительно не было. И ты видишь, куда они летят? Из того места, куда они прилетят, где лужа разольется, надо отойти заранее. Можно отойти заранее. А в вашем случае нужно. Так видишь, что они спасти хотели сову. Ну вот, это лужа, там двойная лужа под нее упала. В таком случае, если такая ситуация, поднимайте народ. Отходить с лужи, оверхилить метку. Она должна дефать. Да, там буйный рост, выйти с лужи, один человек захилится в луже под меткой. Тупо. Ты прожимал дубовую кожу, Ардру? Да там на орхидею вроде метка была, нет? Чтоб нет, это на Ардру было. Чтоб такого не было, в рейнже метров 5 друг от друга стоят. Чтоб хотя бы не находиться в луже трем человеком, как вы сейчас находились. Но сбежаться это... Поэтому до выбора цели никто не стоит кучей, блядь. Когда уже выбрались цели? До броска луж вот этих, с колбочки, которые в воздухе летят. Они как пельмени, только меньше. Не как колбочки выглядят, зелененькие. В воздухе летят. Да, эти колбочки уже были. Смотри, после первого удара зеленого. Зеленый вышел, мы уже в точке стояли, уже ждали, поэтому... Ну, мы же не могли на ранже стоять. Элинар. Чё писю мять? Погнали. Так, все, погнали. Не забудь Полин. Нам крикнуть. Я крикну. Луж. Зеленый пылец свой. Зеленый. Стопнули по парафу. Зеленого. Ой, видите, четенько, услужи рядом стали. И делят урок. Алла, молодец. Добили зеленого. Давай переводим. Правильно. Оценить обстановку. Что-то я не чувствую. Ну, где сова стоит, там на випров, и туда беги сейчас. Еще откуда? Готовьтесь, пельмень сейчас будет.
и слизни. Элемент прилетел. Колбы. Ну, вон там таймер немножко забанил. О, хорошо. Не возвращайся обратно, красный появляется. Пойдет. Только чуть. Пойдет. Проведи еще миликом, чтобы. Ты вот. Еще назад. Кас, кас на все. Через милизу. Пельмень полетел в эрдру. Аршама эрдру. Хорош. Выводи отсюда и возвращайся сюда. Быстрее выводи. Быстрее выводи. Колба. Слизень зеленый. Сейчас поставит. Возвращайся сюда. Да скоро. Пельмень. Колбы так не летите, милики, в колбы. Дальше от колб стоим. Все, ждем. Не взорвался. Сейчас красный будет. Колбы. Колбы. Не-не. Ты только начинай вести его, когда он поставит. А не как ты хочешь. Красного раздай, да, уже играем. Стес, замедли красного, замедли. Через колбы не веди, бля. Вот сюда он убегает. Я затупил, это мы все. Интересно. Чё ты через колбы повел? Тактику не знаю. Какой вообще может быть вопрос здесь? Лагнуло, да не пизди нахуй, ты в колбы побежал. Лагнуло так, что колбы не было видно или что, блин? Рассказываешь нам. Просто мне в ту сторону персонажем смотрел. Не пизди, блядь. Для чего? Не пиши хуйни. Не пиши хуйни лучше никогда. Ты забежал в колбы. Они взорвались, 17 тысяч урона ты получил. И сдох нахуй. Нет такого, не увидел, блядь. У тебя ачивка есть? Не заметил. Нет такого тоже не заметил, блядь. Он, ну я нет, не знаю. Заметил, это честно. Он в невидимости находится этот слизень ебаный, блядь. От него луч от оранжевых колб, вон он пар оранжевый, колбы стоят такие треугольные, блядь. Как ее можно, блядь, не заметить, это пиздец. Говори правду, друид, всегда. Ты закосячил, блядь. Ты побежал в колбы, потому что ты не знал, нахуй, что они взрываются на 20 тысяч. Теперь ты знаешь, блядь. Признай свою ошибку, блядь, и начинай играть нормально. Нехуй, потому что говорить лагануло эту залупу, блядь, бабушка будешь на лавочке рассказывать. Подъезда, блядь. Прикинь, кухня не взрывается. От этих от бомб, смотри, прям бегаю по ним, они не взрываются, блядь, и дамажат. Или огонёк. Так какие нотации, я тебе просто говорю, блядь, что... Нехуй пиздеть, я знаю, что ты пиздишь. Лагнуло, блядь, это отмазка. Ну, мы столько людей видели, да, кто так говорит, блядь. Вылетело, лагнуло, блядь, ошибка, блядь. В колбы бежит, блядь, ошибка, лагнуло, вылетело, блядь. Завис, комп сразу, пиздец. О, с жёлков тут какой-то хант прыгает, блядь. Скажи ему, что он дурачок. Заходи. Три маты четыре, блядь. Давайте, оставайтесь, сечнитесь. Погнали бить профа. Блядь, первый трой нахуй бы его ёбнули, нахуй. Ёб вашу ж мать. Заебало. Сколько раз я рассиливаю всегда. И в колбы не бегите. ТК, поэтому колба ставится вот у стенки в том углу, куда ты в первый на прошлом, на позапрошлом. Там без разницы, куда колбу ставишь. Человек с красным слизнем не должен бежать в колбы, блять. Просто если через мелизону водить будет лучше, если колбы будут у стенки, а не мелизона-то находится в профи, где милики. Милики — это мелизона, слово милики.
А милики не стоят. Ну, я хуй знаю, как он туда забежал. Все хуйня, но Лимон, поменяй пояс с фрост-резистом, нахуй. Вот сейчас эта роль не играет. А по колбам предложение. Может быть, их не в сторону стола выносить, а ровно параллельно РДД столу, блин, в сторону стены, не в сторону стола нести, а в сторону стены. Там без разницы, куда их выносить. Просто в них стоять не надо и все. Вообще без разницы. Главное, чтобы. Даже проф, если они поставятся в зеленом. Поставился, и проф должен выводиться туда, где их нету, чтобы милики начинали его бить, точнее, продолжали бить. Вот и все. Весь закон. Надо не придумывать место какое-то конкретно. Это просто, ну, вы себя в рамки заключаете тактики. Надо понимать общие условия. Выводят для чего? Для того, чтобы милики били. Почему нельзя в них стоять? Потому что снижается меткость на 100% на 20 секунд, и ДПС падает в ноль. На 75. Без разницы. Этого хватает, чтобы летали миссы, блядь, белые и желтые. Это этого хватает, чтобы вайпнуться из-за нехватки ДПС в ближнем рейде, блядь. Чем мне первый трей зашел, это тем, что, блядь, мы перевели нахуй в одного слизня нормально, так, блядь. Так, мы сейчас приводимся в одного, нахуй. Пьем рыбу, блядь. Бафаемся. Каски, раздай. Готовы все, Арчо, напомню. Все, пуля. Хэспоты заканчивают. Все, встань. И стопать ничего не надо, когда первый перед вторым. Перед вторым можно. Зеленого. Того. А ведь служи. Служи, выйдите. Все, сразу все стало получаться. Хорош. Тыш начали отходить от этих от летящих хуёвин луж. Сейчас пельмень будет. Колбы отводим. Отворачиваешься, стоишь спиной. Не беги, не беги! Неправильно ты делаешь. Не беги! Я делаю, как Войт сказал! Не так ты делаешь. Я тебе сейчас по-русски скажу, вот если ты русская, ты поймешь. Выводи ёбаного профа, начинай ёбаный в рот его вести, когда он поставит ёбаные колбы. Красного бьём. Не води его просто так, это бесполезно. Колбы выводи. Забегай через яйца. Яйца, блядь. Уводи. Во, хорошо. Сюда ставь его в зеленого. И два человека с дебафом взять. Ушли. Чего вас откинуло, хуй знает куда. Ждем, пока выберет цель. Колба. Блять, в пельмень забежал. Не веди сейчас, что ты жжет, дрочишь его опять. Вот поставил, теперь види. Нахуя? Да бейте нахуй. Могла бы сюда провести дальше. Красный сейчас будет появляться. Алиса. Ой, блять.
Посмотри лишь не раз на нас, на миников, как мы бегаем, блядь, до твоего профа. Мы заебываемся бегать просто. Клизма в красного, бля. Колбы отведи. Как появится, поведешь. Хорош. Зеленого. Строй, чтобы на колбы не откинуло. Ага. Нашел самого опасного. Колбы. Отводи оттуда. Красного. Ильмешек. Ильмень. Колбы. И через него быстрее обратно. Пробегай через яйца. Сейчас поставим. Стой, стой, стой. Хорош, хорош. Вот в этот раз выиграл. Две лужи колбы миники ошли. Отошли. Миники осторожно. Бей быстрее. На хп крикни. Зелено. Прохилл ардру. Ильмень полетел. Там босса постоянно бьет нахуй. Войд, блядь. Колбы. Стопанули по боссу. Стоп по боссу. Никто не бьет босса. Слизня убьем, стопанули. Шансунг бей босса пока. Шансунг бей. Колбы провела. Шансунг бей. Остальные слизни ждем. А где слизень? Да, мы могли перевести на. Не, ну тогда не бейте уже. Стоп, стоп, шансунг. Стоп. Не бейте. Уйдите. Уйдите, уйдите, ждем слизни. Или нет? Блять, мы стопнули, наверное. Вроде а что за хуйня, не слизни? Он слизни как остановил, только он не вылез, отвечаю. Да, что-то странно. Сейчас зеленый бьет. Да переводите так. Тоже рад день не успевал. Я тоже нормально. Смотрю, я смотрю, не было слизни. Я тоже видел. Нормально, пробуй. Лол. Лужи больше не кидал. Убьем, уже даже не кинул. У нас 4 минуты убьем. Только рост не сейчас, я скажу когда. После... Веди медленно его. После первых колб. Веди от стола веди. Да все отсюда пойдет по кругу. Первые колбы будет, а... Или меньше сбоит. Я скажу, короче, вот жда. Не дергай его. Не веди. Так, не води. Води только если лужа или колб. Веди. Веди дальше, блядь. Милики не должны в колбах стоять спиной. Еще проведи. Ёбаный в рот. Проведи. Давай, рот. Милики с дебафом. Дебафом. Геру, да? Да. Гера, Геру. Геру, Геру. Геру, Геру. Пельмень. Четвёртый шаг на ней. На шести? Да. Да, шесть. Сейчас колбы будут. Бьем в лицо. Увели. Все, стой. Лемешка. Все, забираем танчик. Хил танка. Уводи. Еба, да, да, да. Наконец. О, взрываться. Похоже, у меня ничего не выйдет. Аллах бабах. Гоу. С каким людям сделали квест? Бэм, бля. Вот видите, видите взрыв колб?
Вот такого взрыва нельзя допускать, нельзя так близко к ним стоять. О, я решила проверить, что репу. Произойдет. Ты что, так я не знаешь? Попадание меткости. Прощения от меткости. Вот, ты так светиться начинаешь, это плюс 5 как ДПС. Ребята, это очень плотно, короче. Че ты, блядь, пошел не за мной? Дик, дымыч, блядь. Я сейчас умру из-за тебя, блядь. Слушайте, это пишет вопрос, нам дальше надо идти или нет сейчас? Надо. Идем на лапу. Я вот думаю, сижу, блядь, у меня вот 5 час утра. Ну, я поэтому, ну, смысла нет, ну, профа закрыли ребятам, а, ну... Пугу. Пугу закрыли. Я здесь не только из-за профа, вообще хочу фул, я, так, но я вижу пока, что фул не получается, поэтому можно убить всех, кого ну, можно. Видишь, изначально подкачал хулипан, вот он начал вариться, ну, он пошло все. Видишь, да, он это... И развалил нам, блядь, 5 хилов. Дело в том, что вот, чтобы убивать, да, 100%, нужно, чтобы люди свою роль отыгрывали на 100%, не на 50, там, вот он, я, блядь, это, как он там сказал, я не видел, блядь, я не заметил, вот это уже не 100%, это уже хуйня, это уже 15%. Советник. Звезду бьем. Вы решили бить совет? Ну, да, чё, нет. Да. Так что в центра, если чем до проноса осталось, там уже легче будет. Да, до проноса мечта. Там рейд ложится наш. Давайте за донат кому-то переименовать войдом до проноса. Чё за донат? Пересмена ника. Если вы будете бить на просты, мне должны были профа бить нахуй 3 трая, блядь. Мы с первого должны были. Уже начали играть четенько. Не, мы с первого должны были вальнуть его. Видит, сейчас летят штуки, сразу отходят. Немного выйдите, рассните тело, блядь. Там тело. Там тело, мне я навожу мышкой, там пишет тело, блядь. Трест, иди сюда, Шансун, поконтролим чё-чё. Чек. Лейтенанты, когда самый нормальный. Зачем тактика? Тактика станы раздаёт. Прыгать будет. Не-не, он прыгает один хер, ему похуй на шаттл. Лейтенант, тогда вот этот контроль. Ну, с щитом дурачок вот этот первый. Давай, остальных мы с ДК забираем правую пачку. Я начинаю, типа, да? Давай, да. Ну, пока. Эрдру, у тебя не было начатого? Видишь, нормально всё. Что вы постоянно ему дали? Ну и как я любил говорить, рослого бьём. Ну, танков ещё хилит, кстати. Фига. Кому нужны, блядь, два стана, нахуй, ёптвоймы. Кому вы нужны танки? У тебя был проф отбит? Убит? Тактика, можно свернуть, ребят. Иначе мы никому нахуй профа не закрыли, блядь. Тактик прыгает постоянно, он как робот. Поэтому его можно фернуть. Даю знания, не бейте его. Если Рока сразу монофирить, что ли, блядь? Нет, да. Слышу, так как фири. Чего вы мне только что сломали всю систему, блядь? Я все время думал, вы первые... Ну, вы первые, кто думали знать мне боб. Ага, ладно, забейте, блядь. Сука. Твою мать. О, прибежал этот хер. Все равно нашел падало меня. А, запомнил. Сука, сапнули. Только сразу не пуляйте, ну. Рискните трупа. Кстати, Дымыч, а чего заслать? Какого черта ты с кольцом плохим бегаешь? Каким кольцом? Почему? У меня нормальный кольц. Так ты кольцо не поменял. Правда? Да, у тебя чего? А почему мы знаем, что у тебя фулл-репа, а ты нет? Да хер его знает. Я пойду поменять. Паладин. Он, блядь, два сапа подгадал.
Так кто у нас со сферы будет сидеть? Шансунг с орхидеей, да? Сука, ты третий спад подряд. Выбор-то невелик, блядь. Я ненавижу сферу. Давайте вары посидеть. Изи, блядь. Я, кстати, напориком. Фуриком бил этого. Сферы ледяные наличия, которые на переходке летят, блядь. А, ну летит, ну. Никто не бьет, а давай викарь бьем, блядь. Давай снизь контроль этого. Еще одного лейтенанта. А как контролить? Контролирующий мертвый, блядь. О, давай. Это вы меня, блядь, типа, я понял. Реснули, чтобы... Давай. Чтобы опять слить, нахуй. Шука, блядь. Кино. Своя тучка нажала. Хули, блядь. Блядь. Какая сальва, блядь. Я это понимаю, только он иногда просто пока ГКД проходит, мне дает сзади в спину, да. Шо будет, когда в хэм пойдем? Угу, сейчас собираем. Ну вот я думаю, через полчасика ЦВК да закроем и сразу в хэм, да? Да, взломаться начнем. На 4 сундука, блин. Ну ладно, через 40 минут. Надо еще в РБК заставить. Раньше, кстати, был баг на 4 сундука в взломании. Он там вообще существует, потому что... О, блядь. Ну, фиг знает. Точнее, мой первый и последний раз я туда ходила с дебаггером. Да, сервер баг. Просто был... Просто в Атлас Луте его не вижу, но... Ну, это, по-моему, дублирование какого-то из сундуков просто. Ну, то завтра Тёма должен прийти, блядь. Он сказал, хочет что-то поговорить со всеми, а что хочет, я не понял. Техниски леди хочет хихнуть. Окей. Посмотрю, кто будет СЛК собирать. Пришли себе порядки на леди тут тоже. Где шакал, блядь? А чё, вы просто сагрели. Сука, сапнул меня, это, блядь, одного вот примета. Вот на дед, сука, не зашакнил, блядь. Так, а там, типа, как... Они на нас лучше летают. На прокил, прокил. Ты чё прокил, я вообще не знаю, что я. Блядь, меня сапнули, суки. Мститель, да? Иди нахуй, блядь. Опять сапнул. Ты карма. Ты можешь дать тактику корни и станет постоянно по ХД тактику. В конце она прыгать будет, он твой. Как целовик. Он вообще первым сливает так-то. Опять сап, сука. Лучше тебе, чем мне. Хоть бы Дэна фармил. Чё этого тактика с ним на арену? Партнёр. Контроль даёшь ему, похуй. Пора 2Т10 брать на танка, нахуй. Так, самое сложное убили. Теперь со мной лёгкое осталось. Ага, сейчас, блядь, сферы будут нахуй падать. Это... И чё, и даже если они все будут падать, что изменится? Ну, что изменит? Я бы тебе сказал, как, блядь, танка, когда откидывает нахуй сферами, блядь, и на нем сферы нету на колесе эти, блядь. Там, короче, единственный вариант, это чтобы орхидея с Шансунгом просто по КД сидели на сферах. Ну, кинетику нельзя ронять в любом случае. И не буду просто. ДПС, да тоже нихера не будет. Пусть милики бьют. Наш мили рейд. Босса убьют милики, 4 милика. Ну все, чепи, да погнали. Бог первого уже. Так, на двух боссах сидит Лимон, на Келесете сидит Эльвира. Эльвира, блядь. Нет, Алиса, почему? Нахуй. Пусть ДК сидит на Келесете. Ну так и сказал. Я побежал, слушай, короче. Давай, я должна вот танчить у двери или на лестнице? Слева там. На лестнице, он там сразу. Вот слева тут. Во-во-во-во тут.
Я прыгаю. Спусти ниже. Рога, ты тут? Пойди дальше. Давай на пуль. Забирай сферу. На пуль, где ты там? Уже на пулю. Мелики взяли раньше. Блять, все в одну сторону побежали, нахуй. Бля, вот, взял, побежал. Дайте агро. Дай сальву. Дал. Уже дал. Ядро пошло на хила. Забери ядро. Забирай, и их по чуть-чуть, только не убей. А как делаю, чтобы они... Килис это точечно. Тут вообще не дается времени для... Появляется и сразу для откидывает. Я понял, я не стал на пыл. Ядро забери. Забери ядро. Постоянно кидай лужу, либо мор под него, блядь. Тут так пашет, на. Сзади ядро. Забери еще одно ядро. Попалит их. Ядра пошли на хила, блин. Дамажь их постоянно. И на хила, а то там. А, да ладно. Забери ядро еще одно. Как, блин, то есть я... Долдорама. Ага, кинь сейчас, блин. На центре падает. Я засейвлюсь, не парься. Что за сейвлюсь? Бить-то что будет? Так я понимаю. Ты понимаешь, что там этот, блядь, вихрик, который я не могу обойти ни с какой стороны? Он откидывает меня. На середине падает, да? Бомба там. Слышали, можешь, нашел применение, блядь. Да, наш. Ты что, Честер зашел, что ли? Нет. Бомба. Две кинетики над боссами. Смена цели. 2 секунды. Волнара. Так а, не подходи к этой хуйне близко, слышишь? Аль, откинет сейчас. Сейчас снова откинет. Ты теряешь. Что же будет? Падает, падает над боссами. Падает. Разбежались милики. О, ничего себе, конечно, надо. Вот это да. Блять, три над боссами падают. Войд, пора бить варами, нахуй. Анна, нахуй. Сука. Он слева падает. Смена цели, могучий вихрь. Да чё ты Шансун за мной побежал, блядь? Я за сфера, я не за тобой, блядь. Ядро забери. Кидай лужи под себя постоянно. А не видишь, и вейдится на то. А ну киньте корни на бомбу. И перестаньте бить ее. Ядро забирай. Дотами не тикается, у меня, например, шок не так не дает. Там надо 1000 урона нанести, блядь, прямым ударом. Ой, падает, нет? Левую возьми орхидея. Правая, левый, правая, дальняя, 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 блядь. Переключились. Падай, блядь. Поднимайте, поднимайте бомбы, наверное, там две. Помогите сове. Угу. Вот и поднимайте. Таким человеком побить, добивайте босс. Еще одну. Отлично. Вождан, не подходи так близко. Ядра. Бомба, бомба, бомба сзади. Не подходи там, блядь, пружинка. Одну бомбу не уронили. Ванара, 100%. Одну уронили. Вроде нет. Да. Какие вот эти оранжевые? Да, не одна. Штуки три. Три штуки, уронили, не меньше. Потому... Просто ноль три жгут. Сейчас заканул, падает.
не трогай. Да, контроль, ну. Так я пытаюсь. На нахуй. Ясно. А нехуй без шлема лазить. Шлем. Слушайте, ребята, у меня ключевой момент. Вот мы вот босса убили, все, круто, а вот красавчики, тут резко, оп, сразу побежали трэш. Хилы когда должны были в этот момент? Ну, попроси Шансун гимна ман, попроси Архидея, для чего, и... Архидея сама на последнем издыхании там добивала сферы. Для чего себе хотя бы залей, Инер, чтоб ты хилил? А тебя ж никогда не... Я тотем отдавал. Я ардру говорю. Покровительством пошел хилить. Мощный ардру, блять. Рано 100 драконьего разума пьет. Ну. Может мне взять когда-то флажку на ДД, блять, мощную? Ты, блять, на него пристроился сзади уже, блять. Так, гребано. Видишь, серия нормальная. Не летует. В смысле, он сапает и херячит, здрасте. Только что так сделал. Может протонуться, но не атакует. Брал еще на фишку. Зачернуть его, портуется, но не бьет. Зато застанил Вейда, блять. Преклонил колено. Смотри опять. Смотри на меня, просто два воятеля. Просто я мертвый, блять, от тебя. Ты сел, да. Прикольно. Рыцарь войд, блядь. Где трэш-то? А вот еще один. Прыгай. Эрдру, шо у тебя за гильда нормальная, не? У него все нормально с гильдой. Knights of Sunwell. Knight много. Приз, пошли, будешь контролить. Че, вы хаймы закрываете, да? Ну, не хочу умирать. Так, приз, контроль. Угу. Ну что, давай этого рыцаря. Да рыцаря нормально будет. Давай. То есть приз, рыцаря, погоди. А, окей. Первый самый ближний. Хорош. Сразу смей, блядь. Блядь, вот ты думал. Он в текстуру пошел. Вон он появился, гаси его. А. Кидай в него. Еще раз дай шаку. 3 секунды. Блять! Че ж ты делаешь? Как мастера пикал? Весь трэш? Как, огромный? Весь трэш на танк. Да нихуя, на мне лич был. Ну, на лич. В него все пришло. Омраченный аристократ на мне, блядь. Я встань. Сказали, бей росло. Нет, нахуй, он лупит аристократа, мастеров надо. Ну что, уешь? Мастеров. Ну, понятно. Для него вешать, я в таргет бил. А свипы включаешь? Размашь. Что? Размашь. А я включаю, включаю. Я и на клесете включаю, ну. А что у тебя за символы стоят? Вармс. Сталинг. Линканул. Удары. Пускание не то. Вот смотри. А, ну, в принципе. У меня до этого вместо удара героя. Не, удар героя он обязательно очень профитный, он ярости много резает. Нужен всем. Я знаю, но я не часто использую удар героя, потому что мне раги не хватает на некоторых боссах. А, ну. Давай рага. Резать. Что я готов ебашить? Вместо кровопускания, короче, это профитный. Размашистый? Нет, превосходство. Размашистый. А превосходство, если он парирует, я не помню. Это если ты в морге, то есть проф, драконы, они частенько это. Считаем. Я знаю, но они не часто, блядь, парируют. Не трогай, блядь. Морда у них как бы сбоку считает, оказывается. Но превосходство я бы взял. Пускание. Да я понял, но кровопускание. Кровопускание мне нужно для того, чтобы ротан не выйти. Алло. Подвиньте его как-то. Весь трэш не выйдет. Надо еще тестить, короче.
У меня когда парирует, у меня есть либо, блядь, прок этого казнена, когда ветка очень, блядь, либо я, может, ударом ебашу. Там каз долгий, пиздец. А у тебя в талантах не вкачано? Казнь только на один вкачан, а мощный удар нет. Ну там что, у тебя упор же на этот, на жажду, куда идет? Да. А считай, ты казнь даешь, у тебя вихря нет, все равно бесполезно. Считай, что только вот круговая атака и будет. Ну она что-то сильно поднимает, бокс. Я могу даже сейчас вкус сорвать, на. Да там. Сейчас как еще раз чуть-чуть. Флори баф, дайте поварам. Кашку обними, пожалуйста. Джилс есть у кого-то? Там да, как бы нету этих снижающих игру талов. Поставил. Почему? Рассекающий. Видишь, в чем фишка? Еще рассекающий тебе. Но это под трэш, конечно. Символ рассекающего вообще заходит. Третья цель. А так ты только две рассекаешь. Это да. Вот по-хорошему вместо кровопускания надо рассекающий тебе ставить. Ага, я бы превосходство ставил, если в одну цель. Ну это надо потестить, конечно, но, блядь. Но, блядь, это хуйня такая, сыграешь, что. Я просто для кровопускания, чтобы не часто бить. Но, блядь, правда, я кровопускание когда обновляю, когда еще 6 секунд висит, блядь. Так там завязано, что 4 на смертельном. Да. Что мы ставим? Рыбы не будет. Все, давайте, чек на пул. Пиздец, за депрессом, кто кого кусает, и все. Стой, пожалуйста, 5 секунд. Лимон, просто озвучишь, и все. Кто и кого. ДК, телефон на. Смотрите по рекаунту, блядь. Что, все... блядь, готовы? Давайте, даю чурку. Погоди, ДК готов? Да. Блять, мосса спиз. Бежали с мосса, блять. Мосса укусишь. Клизм. Приста, у тебя скачано. А, это. Прикосновение. Вампира. Хилишь, Рейд, не хилишь? Дорогу, да. Потом в двух варах. Типа сбежали. Сам спел качан, конечно, но типа. Не, потому что на хил был бы. Ладно, там рога нормально. Рога кусает. Клизма выбежал. Куш, почти нет. Красава. Забывайте про рейндж. Клизма кусай. Потом клизма кусает Шансунга. Укусы 5 секунд. Я Шансунг кушу орхидеи после. Рогу укушен. Мосса кусаешь либо меня, либо Майда. Ой, да, блядь. Милики отошли. Отведи немного. Бьем здесь вместе. Только от лужи подальше. Антифир на тебя на весь, дашь масс диспел. Готовимся, эфир сейчас будет. Вышли в центр. Ты 4 прожимать. На взятке, когда будет каст. Я сам прожимал. Смотри, исчезает, и я новую заливаю. Классно. Уйди от меня, блядь. Рэй, где там? Местечко есть там, где бить, так что бейте. Чё там, укус время? Мосса кого кусать, говорит? Давай, Войда. Пристал, Мосса. Мосса Войда, либо Мастера, блядь. А клизма Мастера? Клизма Шансунга. О, кусай. 5 секунд.
ты бить можешь в это время стать. В луже не стой, мозг. Я укус. 4 есть. Кто 4? Нету 4 укуса или есть? На Шансунг. Луже пропал. Шансунг орхидея. Шансунг орхидея. Все, все, на Шансунге не будет. Я мастеров. Мосса. Маждана. Клизм. Для чего друида? Цели свои заранее выбрали. Я мастеров. Запомнили, короче, надеюсь. Лучше, лучше, еще чуть не отъехал. Заебал. Что-то на выпаде хит. Там 10 секунд добав. Через 20 секунд эфир. Блять, мы могли его добить, нахуй, если бы Гера была, блин. Не, после взлетки добьете. Укусы готовятся, цели выбрали. Секунд. Укус. Мастерол, сейчас передам. Че, убежать я тебя, что ли? Все отлично. Да сука, Шансун. Терпите 3 секунды, Сакра. На взлетке ты 4, там все, давай, Алиса. И Сакра. А есть рэнш. Держим. Отдал рэнш. Свое шива для себя, на. Угу. Ну и все, добиваем спокойно. Можно Геру для прикола. Все, Геру давай. Сейчас сядет, да. Давай. Блять, когда будем добивать кошку? Клизма. Блять, оказывается, будет бить можно было. Что там понты? Саня сказал, чтобы удобнее было выделять. Надо его, короче, настраивать, потому что когда хилит, прям вообще ничего не видно, ни дебафов, ни ников. Бежим посередине и забегаем в портал на синдру. Ты уверен? Ну, один трай можно сделать. Ну, давай. Значит, на будущее пристам, если кто будет спрашивать, ШВД можно юзать под этим, под укусом. Потому что в каре, например, если остановился на синий луч и юзал ШВД, я себе 40 тысяч дамажил. Да-да. Ты под укусом типа, никогда не пробуй этой хуйни, блядь. Так ну... я вот только в конце специально попробовал, типа, когда у нее осталось 2%, то есть она норма, но 3к мне дает только. А бой... когда мульти, блядь, пробовал, его ваншотило нахуй. Ну типа, я весь бой не юзал, потому что ну нахуй вампира потерять. Это ШВД вообще бесполезный скилл, кому он нужен, это выпускная тема. Так тут Т4, типа, на приста ШВД работает. Да? Ну да. Я то есть оно, типа, собираешь 3 стака и 2-300 урона за каждый, 2-400 за каждый стак. Отойти надо на минуту-две. Угу. Давайте перекур, короче.